По репутации главных учреждений Евросоюза могут ударить подозрения в политическом фаворитизме, покровительстве, непотизме и национальной поруке. Так некоторые в Брюсселе характеризуют назначение евродепутата из Германии Маркуса Пипера спецпредставителем по малым и средним предприятиям Еврокомиссии. Ее председателю, тоже немке Урсуле фон дер Ляйен, поступили письма от коллег по исполнительной власти и от евродепутатов с призывом пересмотреть процедуру отбора кандидатов на такие должности. Well, I think the selection process should be repeated, and this time they should stick to the criteria that they themselves defined. They said it's going to be decided on merit, on gender balance, and if two candidates have the same qualification, it goes to one of those member states where there's less representation inside the EU institutions. And on all three criteria, it seems that the candidate was way worse than the two other candidates. So I want a procedure where the best candidate actually gets the job. I would think that is quite normal. Пипер состоит в Христианско-демократическом союзе Германии, как и Урсула фон дер Ляйен. Ему отдавалось предпочтение перед другими кандидатами, даже несмотря на то, что, как сообщается в процессе отбора, он набрал меньше баллов, чем они. Еврокомиссия попыталась оправдать его назначение, утверждая, что оно было сделано точно так же, как и любое другое подобное назначение. The process is very simple. It's a proposal by the commissioner in charge of personnel, so Commissioner Hahn, in agreement with the president and after consultation of the portfolio commissioner, in this case, Thierry Breton. Должность спецпосланника Еврокомиссии по малым и средним предприятиям была учреждена недавно. Срок пребывания на ней 5 лет, а оклад начинается с 17 000 евро в месяц.